Всем привет! 18 июля, Ялта. Зашел в магазин сигареты купить без маски. Дома случайно забыл. Не случайно, в рубашке, в кармашке она была постоянно. Это майку одел. Забыл, короче. 20 рублей в магазине маска. Иди, говорит, в аптеке купи за 10 рублей. Да, на улицу выходить надо где-то после 9. Ужасная жара. Кто-то мне написал, ты что, говорит, так быстро прошел мимо картин, говорит. Да потому что неудобно снимать, вот и быстрее прохожу. Как-то... как-то неудобно. Вот Ялта. Порт, набережная. Здесь цветы. Арбуз. Кстати, еще бы арбуз навернуть. Я арбуз не ел, наверное, уже года два. Что-то как-то мне не приходилось его брать. Смотрите, какая красивая картина. Интересно, сколько такая? 1007, наверное. Что-то я краем глаза видел. Венеция, это неинтересно. Вот картины какие красивые. Гурзуф. Красиво, да? А вот с ласточным, не знаю, вид на Ялту. Медведь гора. Надо идти, надо, кто пойдет. Я? Красиво. О, какая большая картина. Гурзуф. Адалары. И вот гурзуф. Ну вот мы на набережную вышли. Музыка в кафешке играет. Пока народу мало, так хорошо. Сейчас сбегутся. Солнышко сядет. Столько людей здесь будет. Пойду-ка я к морю подойду. Вон, видите, где закат? А это тот черныш, по-моему, лежит. Да, вот ему воду приносят здесь, видите? И суп даже. Черныш, привет! Корм будешь, черныш? Корм кушать. Или ты суп поел? Вряд ли он будет кушать. На. Нет? На. Не хочет.
Елки-палки, время без 27, а такая жара стоит. А вон барбос идет. Узнает меня, интересно, или нет? Да, он в кусты идет, к черному. Барбос! Ты или это? Кентушки. Смотрите, он нет, он их не любит почему-то, вот этот черныш. Пошли на море. Чё сел? Барбос, как чувствуешь, что я вниз спускаюсь к морю? Прям вот по моим пятам идет. Пить идет. Да и купаться, наверное. Пей, пей, пей. Чё черный? Кушать хочешь? Может, воды попьешь? Не лезь в сумку, не надо туда лезть. Я тебе сам дам. Смотрите, не покусайте только меня. Ну, хорошо пошла? Замечательно, скажи, да? Жарко вам. Понимаю. Давай, давай, иди. Я, что ли, буду ходить за тобой? Колись давай, кто ты? Он или она? Как тебя разглядеть? Ты же лохматый. Ты же лохматый. Сейчас, дай поправлю. Пожалуйста. Барбос. Ну, туречки, вас нормально кормить. Потом можно руки помыть. У тебя вот один в один ты в клипсу похожи. У них то есть слюни вечно текут. И у тебя также. Слюнки текут. По очереди. Это камера. Чё ты, Барбос? Кружишься. Лёха. Ты какой здоровый. Не уходи, на. Видишь, черный. Черный есть, хочет постоянно. Даже собирает среди камней. Вот. Аккуратней, палец смотри, мой, не упусти. Ну вот, веселее, да? Веселее стало. А? Чё знаешь?
пола достает. Походу ничего черныш не ел. Сегодня оба ничего не ели, походу. Даже в жару так кушаете. Тому черному налили и суп, и воду. По очереди кушайте. Шпить пошел. Попозже еще покушайте. А сейчас на море купаться пойдете со мной. Идемте. Пошли. Вот такое море, вода чистая. На камеру лезет. Смотрите, что они творят. Нифига себе. Барбос плавает, я в шоке. Ничего себе. Удивительно. Барбос, ты малорик вообще. Молодец какой, искупался. И на солнышко. Это тоже турист. Знает свое дело. Ой, барбосик малорик. Вон как она кричит как-то неправильно. Иди, барбосик. Ложись давай, ложись.
собака гавкает там, да. Что ты зеваешь, Барбосик? Красавчик ты наш. Собаку увидел.